Третий market. St Lucia. Мы направляемся погостить на катамаране наших друзей, которые в этот момент болтаются на якоре на острове St Lucia. Когда ты умрешь, ты станешь солнцем, и все равно меня будешь выше. Осенним ветром я буду где-то летать с тобой. Ветром по свету ты не поймешь, а я незаметно шепну теплом. Ах, солнце, где ты? Ну а в это время вот тут вот идиоты паркуются. Идиоты паркуются. Дима, ты его отталкиваешь. А надо оттолкнуть? Близко. Не, окей. Вот таким образом происходит доставка свежих овощей и фруктов прямо на лодку. Yes, please. That would be great. Thank you. Только ты не будь, пока солнце услышишь, я буду петь тебе песни с крыш. Я буду снова той, кем ты дышишь. Осталось ветром лишь стать. Я буду ждать лишь твоей улыбки. Впрочем, напрягать местных туземцев, доставлять продукты – это не единственный способ. На острове есть вполне приличные магазины. Листа вычеркнула, потому что на нем был Storm Damage. Но мы сейчас узнаем, если там нету Storm Damage. It's a different question, потому что он еще и дешевле. Но тут на острове мы не упустили возможность пошопить болт для наших будущих приключений. И вообще нужно узнать, он продан или нет, потому что, по-моему, он числился как уже продан. Ну, Орис продан. Ну, и посмотрим, да. И этот Man to be числился как продан. Да, вроде нет. Ну, хорошо, ладно, мы все спросим. И нет, тут на подойдет. Меня покусали говоры вчера. Говорихи, блин. Не, ну вот посмотри, вот руку подними, вот здесь, вот здесь. Ну я расчесался уже немного, что ты хочешь? When your way your face will frown, that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ну и хорошо, что появилась возможность посетить крепость, которую построили англичане для защиты от злобных французов. Отпустите на свободу. Деревянные шхуны стоят и что делают? Двумя-тремя мачтами. Торгуют. И с русалкой впереди вода. Да. Че, идем дальше? Вот это дело. Here we go. Там еще какой-то остров есть. А какой-то скала там. Ага. Бухта. И back to the ocean. Слушай, не включал.
чего это вылито? Обычно чугун. Mm. Ничего особенного. Еще одна пушка. Она такая зелененькая. Она любопытная, на меня смотрит. Она сбежит сейчас. Интересно. Она глухая к тому же еще. Они... Опа. Она теперь с той стороны сидит. Опа-на, опа-на, вот. И еще нам страшно захотелось посетить соседний остров Доминик. Embarkation. В Доминике мы проинспектировали еще одну яхту 50-футовой Джино. Я буду снова той, кем ты дышишь, осталось ветром лишь стать. Я буду ждать лишь твоей улыбки, буду слушать твои пластинки, с твоих ресниц собирать снежинки, осталось ветром лишь стать. Только ты не будь пока... Доминика удивительный остров, красивый и дикий. Здесь слышишь, я буду снова той, кем ты дышишь.